Вітаю вас! В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми поговоримо про літературний Миколаїв та літераторів Миколаєва. Сьогодні зі мною в гостях до студії завітав Олександр Єгоров. Він є директором літературного клубу «Фенікс». Вітаю тебе, Олександре! Добрий день! Я би дуже хотіла дізнатися взагалі, чим займається літературний клуб «Фенікс» та як в тебе виникла така ідея у досить юному віці створити свій власний літературний клуб та об'єднати багатьох літераторів Миколаєва. Спасибо за вопрос, Аня. Значит, наш літературний клуб существует уже полтора года. Мы его решили создать вместе с небольшой командой, которая на то время жила еще в нашем прекрасном Николаеве, в нашем литературном Николаеве. Сейчас они, конечно, уже разъехались по разным городам, но мы все равно также с ними создаем какие-то проекты, идеи для развития нашего города, ну, в литературном развитии. Значит, идея эта возникла в еще 2015 году. Мы ходили на литературные вечера к другим литературным объединениям «Амперсант» и «Пролетарт». Эти вечера создавались в Рок-Хате, ну, то есть, в общем-то, это был паб. Это было, для начала это было, конечно, очень даже неплохо. Но мы захотели сделать чего-то большего, чего-то более культурного, не только для маленькой компании, а, возможно, для всего города, для нашей молодежи и не только. Я знаю, що в тебе досить виходить робити це не тільки для маленьких компаній, але вже й на великих заходах і робити навіть міжнародні фестивалі, що це також дуже добре. І в мене ще одне таке запитання, що саме було вами зроблено за цей час досить недавній, з 15-го року і по сьогоднішній день? Розкажи, будь ласка, про це більш детальніше. Значить, смотри, Ань, у нас за ці полтора года мы сделали несколько благотворительных акций, помогали деткам, ну, в общем-то, нашим николаевским. Потом мы ездили по детским домам, проводили тоже в прошлом году на новогоднике, мы проводили им небольшие тоже вечера литературные и помогали им, дарили сладости, ну, то есть маленькие подарочки, чтобы деткам тоже было приятно. Значит, дальше за нашими плечами уже стоят несколько литературных вечеров, более 10-20 где-то так. И один региональный проект, он проходил в прошлом году, 15 сентября, назывался Children of the ES, Дети Земли. Мы тогда собирали наш южный регион. Это был не только литературный, ну, это был не только литературный такой вот проект, а это был концерт, который проводился на Советской. Это были и песни, и танцы. Мы тогда сотрудничали вместе также с Горсоветом, нам очень хорошо помогали, и с Центральным управлением культуры. Це дуже цікава ініціатива, але в мене ще є одне запитання особисто до тебе. Скажи, будь ласка, я думаю, що це буде цікаво не тільки мені, але й усім нашим активним глядачам, молоді нашого міста. Чому в тебе виникла ідея створення літературного клубу? Можливо, є в тебе маленька предісторія, чому саме література тебе так цікавить, тебе як особистість, перш за все? Значить, література – це необычная очень вещь, потому что как бы для меня вот литература, вообще культура, это что очень значимое, потому что я считаю то, что в наше время, вот в 21 веке, когда все люди уже как, понимаешь, как зомби, роботы, которые уже все в телевизорах, компьютерах, IP-технологиях всех, как бы уже не читают книги, понимаешь? А даже если читают, то читают только в интернете. Я знаю очень мало людей, которые действительно вот могут прийти домой, взять, открыть книгу, вот так вот, подержать в руках хотя бы, прочитать несколько страниц. Ну, согласитесь, что сейчас очень мало таких людей. А хотя сейчас это очень нужно, потому что когда идет вот в наше время такие вот... Смотри, когда в 20 веке еще люди бегали, отправляли письма на почтах, чтобы пообщаться, тогда, ну согласись, телефонов было очень мало, и были только городские, и люди бегали на улицу и после школы, после учебы, до школы, до университетов, в свободное время бегали, встречались, и никому не нужны были никакие компьютеры, телефоны. А, к сожалению, сейчас такого нету. Сейчас все хотят...
Так, згодна. Да. Зараз дійсно така в нас пора швидких комунікацій, є інтернет, є мобільні телефони, люди да, можуть вот дуже швидко именно поэтому комунікувати. Ми і хочемо создавати літературні проекти, літературні вечора, создавати компанії, яким буде приємно, яким людям вот буде приємно приходити к нам, посидіти, послухати, пообщатися. Ми вот на некоторых литературных вечерах мы задаем вопросы, мы общаемся с залом, и действительно это сближает вот не только наш Николаев, а если вот идет какой-то более масштабный проект, это сближает и Украину, и наше ближнее зарубежье, и людей, с которыми мы общаемся с уже довольно других континентов. Действительно, это очень полезно не только в наше время, а вот... Ти розумієш. Я так, я дійсно тебе розумію, і я думаю, що всі наші телеглядачі також будуть згодні з нами, що дійсно зараз у період таких технологій, дуже високоякісного та швидкого інтернету, люди забувають спілкуватися один з одним і також забувають приділяти один одному свій час. Не тільки в соціальній мережі чи потиском клавіш для того, щоб надрукувати якусь смс, а просто зустрітися, поговорити про якісь цікаві теми. І в мене також ще одне запитання, це дуже цікаве запитання. Розкажи, будь ласка, про свою команду, хто з тобою співпрацює і яка кількість людей вже об'єднана таким літературним клубом «Фенікс»? Команда у нас довольно маленькая. Раньше была большая. Сейчас просто большинство наших друзей, с которыми мы открывали этот клуб, к сожалению, разъехались по разным городам, а некоторые сейчас учатся в России и Белоруссии. Люди пошли на актерское мастерство университета и на режиссуру, но сейчас мы все равно с ними общаемся, мы поддерживаем связь, мы придумываем идеи и воплощаем их у нас в городе. По крайней мере, вот именно в Николаеве в нашей команде существует 5 человек. Это 3 человека, которые сидят у нас в офисе, принимают информацию, какие-то предложения, тоже что-то придумывают. Я, как директор этого Николаевского литературного клуба, и мой помощник, с которым мы тоже сидим часто, хотя бы раз-два в неделю, пытаемся составить какой-то план работы на определенное количество времени, пытаемся придумать какие-то тоже проекты и воплощать это все, найти тоже друзей, которые нам помогут, найти партнеров. В общем-то так. У мене відразу до тебе така пропозиція. Я думаю, що також всі наші телеглядачі також скажімо так, також буде дуже приємно їм до вас приєднатися, тому їм буде цікаво саме де ви знаходитесь, як з вами можна зв'язатися. Розкажи, будь ласка, можливо, адресу, можливо, якісь посилання в соціальних мережах для того, щоб дійсно ваш літературний клуб ставав ще більше і наші миколаївці дійсно ставали більш такими літературними і мали можливість спілкуватися один з одним не онлайн, а офлайн більше. Значить, мой номер телефона +38 093 423 98 98. Вконтакте я підписан Олександр Єгоров. Также у нас есть социальная группа в социальных сетях, так и называется, Николаевский литературный клуб «Феникс». Наш офис находится на 6-й линии, на... Если кто-то не знает, это бывшая Комсомольская, за Южным Бугом, там идет такие офисы, адвокат называется, офис 204. Добре, тому я сподіваюся, що вже з сьогоднішнього дня до тебе в офіс будуть приходити люди, ще більше людей, завдяки нашому сьогоднішньому ефіру. І я сподіваюся, що твій телефон тепер буде звучати ще частіше, тому що люди будуть тобі телефонувати та також приєднуватись до літературного руху в нашому місті. А в мене ще одне запитання. Я знаю, що нещодавно проходив міжнародний літературний фестиваль-конкурс «Серебряного века силует». Розкажи трошечки про цей фестиваль більше. І також нам цікаво, як виникла ідея створити цей фестиваль. І дійсно він став міжнародним. Це дуже приємно, що в Миколаєві зараз відбуваються такі дуже цікаві культурні події, які будуть залучувати до нашого міста не тільки миколаївців активізувати, але й також популяризувати наше місто на міжнародній арені. Тому розкажи, будь ласка, як в тебе виникла ідея створити, реалізувати та дуже досить успішно провести такий великий захід? Ідея к нам прийшла весною 2016 року, приблизно десь в апрелі, в маї.
Когда уже заканчивалась учеба, мы хотели выпустить фестиваль еще в августе, но, к сожалению, нужно было достаточно много времени на организацию, потому что это было довольно-таки сложно, и мы перенесли его на октябрь. Значит, у нас было наше собрание нашего литературного клуба, и мы подумали то, что вот у нас будут летние каникулы, и нам действительно будет время подготовить что-то такое вот масштабное, интересное, то, что заинтересует и наших николаевцев, и Украину, и, возможно, даже вот стран наших друзей, ну, ближнего зарубежья. И, значит, мы решили то, что создадим фестиваль литературной поэзии. Очень долго думали над названием и решили то, что это будет фестиваль с названием «Серебряного века силуэт». Мы представляли и русскую литературу, но также мы позволяли нашим участникам с Украины привозить с собой и литературу украинскую, то есть наших вот украинских поэтов, писателей. Это было достаточно интересно, потому что к нам приехало достаточно много количества людей. Мы сразу запустили две дороги. У нас были люди, которые приезжали к нам, выступали именно в день проведения. Открытие было 8 октября. Значит, к нам было приехали люди, они читали на сцене, представляли свои работы. В жюри у нас сидел заслуженный деятель культуры Василий Васильевич Неволов, народная артистка Украины Сталина Васильевна Лагошняк, заслуженная артистка Украины, член кинематографистов Украины Людмила Курмель и глава, значит, отделения культуры Витовского районной администрации Сергей Гололобов. Люди, действительно, жюри достаточно было интересное, и нам захотелось их пригласить, потому что люди, действительно, они очень честные, добрые, искренние. Профессионалы своей справы. Да, да, действительно, конечно. Значит, сразу мы запустили две дороги. К нам приехали люди выступать на нашей сцене в день проведения открытия фестиваля, и также мы принимали заявки на видеоработы. Видеоработ у нас было 53, а приезжих у нас было, если мне не изменяет память, 22-23 человека. Значит, в нашем фестивале участвовали такие страны, как Украина полностью, Беларусь. Из разных куточков Украины, да, да, да. Принимала участие. Да, потом Белоруссия, Молдова, Россия и несколько студентов к нам приехали, наших друзей из США. Значит, в июне 2016 года мы сделали скайп-связь с нашими партнерами, которыми мы иногда работаем с вот этих вот стран. И мы им рассказали, мы им представили этот проект по Международному фестивалю поэзии. Их заинтересовало. Они рассказали своей молодежи. И действительно, это был прогресс, потому что, честно, нам было очень приятно то, что это людей интересует еще вот в наше время. Все. Значит, в августе месяце мы уже подготавливали уже саму презентацию фестиваля. У нас уже были заявки. И то есть нам уже оставалось только найти зал, партнеров, деньги на проведение, призы. Ну, то есть, в общем-то, такие вот уже маленькие организационные вопросы. Ти нам так дуже, дуже якісно розповів про це, і я думаю, що такий досвід дуже корисний буде всім активним жителям нашого міста, тому що якщо кожен захоче щось провести в нашому місті, вони можуть розраховувати на тебе, тому що ти можеш їм розказати, да, показати, як це робиться, а дійсно робити соціальні великі проекти в нашому місті – це досить легко, тому приєднуйтесь до такого активу миколаївського, людей, які розвивають наше місто і нашу область по різним напрямках. А в мене ще одне запитання. Я знаю, що кожен захід не може пройти якісно, не може пройти гарно без партнерів та без команди. Хто тобі допомагав в організації дійсно міжнародного літературного фестивалю-конкурсу «Серебряного века силует»? Да, конечно. Ти совершенно права, потому что в одиночку создавать такие проекты – это очень тяжело. Сначала сразу мы обратились в ресурсный центр громадских инициатив, где нам сразу тоже заинтересовались и помогли. Также я очень, конечно, благодарен за помощь и
театру «Слово. Дарунок неба», режиссер Виктор Смирнов, тоже очень помогли нам ребята, потому что приехали, выступили, советами помогли, людей тоже помогли найти. Действительно, Виктору огромный привет и спасибо. Потом также огромнейшее спасибо уже новому директору Русского драматического театра Артему Николаевичу Свистуну, потому что, действительно, человек не первый год, я с ним знаком, человек тоже профессионал своего дела, развивает культуру в нашем городе тоже очень сильно, помог и советами, и сказал, к кому обратиться можно, и помог с участниками. Также огромнейшее спасибо. Ну, как я сразу скажу, то, что на фестивале нужно было очень много времени, а уже с сентября начиналась учеба. Я очень благодарен и администрации своего колледжа, и муниципального Николаевского академического колледжа, и также сразу благодарен Академии Дитячей Творчести, потому что учителя тоже помогали с презентациями на фестивале, помогли найти выступающих на открытие. Девочки приехали, выступили, спели. Прекрасные голоса, спасибо огромное. Значит, также помогла наша команда, которая, к сожалению, сейчас уже кто-то в Киеве, кто-то в Харькове. Близных, так, да, точках. Да, да. Спасибо вам, ребята. Мы с вами открыли этот клуб, мы с вами его уже продвигали и организовывали не один проект. Вы вложили в него тоже свою долю. Спасибо вам огромное. Значит, также нам помогали, можно даже сказать спасибо нашему городскому совету, потому что тоже очень помогли. И также хотелось бы поблагодарить директора Дома творчества учащихся за то, что предоставила нам зал. В общем-то, тобто, дійсно, так, да. Зі світу по нитці, так, і вийшов такий гарний захід. Да, конечно. І я думаю, що дуже важливо, коли долучаються до проєктів дуже великі команди, коли долучаються зовсім різні люди, об'єднуються та проводять такі великі заходи. Що ж, а в мене ще одне із запитань, воно стосується більше розвитку, розвитку такого літературного клубу «Фенікса». Скажи, будь ласка, яке твоє бачення, як ви плануєте, можливо, розширювати ваш клуб, або у вас вже є якісь заходи, які ви плануєте провести найближчим часом, і в тебе є зараз змога запросити наших телеглядачів, які, я думаю, залюбки приєднаються до такого цікавого заходу. Да, конечно. Значит, сейчас, на самое такое ближайшее время, мы готовим программу для новогодников. Мы собираемся ездить по детским домам, центрам реабилитационным, там, где детки лежат, такие вот детки, конечно, со всякими синдромами. Мы уже второй год будем к ним ездить, помогать, показывать им какую-то программу новогоднюю, поздравлять их с праздниками, потому что действительно людей мало, кто к ним приезжает, и мы действительно хотим подарить им какой-то праздник, потому что мы понимаем то, что вот если мы сидим дома на Новый год, празднуем с семьей, с друзьями, то, к сожалению, у них такой возможности нет. Также сейчас мы уже пишем проект о новом всеукраинском конкурсе дитячей творчести. Значит, проект пока что еще в разработке, мы собираемся его выпускать весной, где-то в апреле. Дальше мы собираемся поехать на второй всеукраинский фестиваль театральный «Зірки, що зійдуть завтра». Он будет проходить в Киеве. Главой этого фестиваля, организатором является народная артистка Украины Нина Александровна Ильина. И мы собираемся ей предложить сотрудничество с нашим уже вторым международным фестивалем «Серебряного века силуэт». Мы, конечно, уже сделаем план чуть побольше, это будет не только поэзия, это уже будут и театральные постановки, взятые с Серебряного века. И вот мы хотим ей предложить сотрудничество, потому что женщина, она профессионал, я ее знаю вот уже год, и, честно говоря, это артистка, актриса, человек своего дела, который, знаете, все возрасты ей покорны. Я уверен, что она и через 10, через 20 лет она будет блистать на сцене, потому что человек, вот если в Киеве она, то в Николаеве вот наша Сталина Васильевна Лагошняк. Вот у них такой характер, сила, действительно, и вот мы хотим с ней работать. На лето мы
Собираемся сделать тоже какой-то небольшой тренинг где-то на неделю, чтобы собрать молодежь, где-то поселить, возможно, в Очакове, где-то возле моря, забронировать где-то гостиницу на неделю и делать какие-то вот небольшие тренинги. Мы нашли уже людей, которые будут проводить лекции, потом вечером будут игры, также литературные вечера каждый вечер, какие-то походы, экскурсии. Ну, то есть, в общем-то, вот с молодежью мы собираемся набрать 30 человек команду. Это будет практически бесплатно, это будет стоить 50 гривен за неделю, в общем-то, как стартовый взнос. Все остальное будет бесплатно, и проживание, и питание. То есть, что это будет достаточно интересно. До конца этого года мы собираемся также выпустить еще 3 литературных вечера. Также у нас есть план, пока я буду 3 года еще в нашем прекрасном городе, для меня, я поставил себе цель сделать Николаев литературной столицей Украины, потому что действительно это мой родной город, я его очень люблю. И я уверен, что до моего отъезда он станет литературной столицей Украины, потому что действительно наша молодежь, она заслуживает. Вот если мы с Артемом Александровичем Свистуном возьмемся в одну силу, и у него есть цель сделать Николаев литературной, не літературний, а театральний столиці, а у мене літературний. Тобто, в общем-то, це дуже близько. Загалом буде в нас культурна столиця України. Тому, я дуже сподіваюся, що у Миколаєва є всі шанси для цього. Я скажу так, у вас дуже амбітні цілі, дуже цікаві цілі, і я думаю, що також миколаївці, які сьогодні переглянули нашу програму, зможуть приєднатися, зможуть приймати участь, і дійсно ваші проекти стануть ще більш яскраві, ще більш великі. Да, вот ещё секундочку. Из последних наших проектов, которые мы начали уже продвигать, это мы начинаем, значит, у нас есть цель развивать не только Николаев, а и нашу область. Сейчас мы уже начали с Корабельного района, и мы уже там провели один литературный вечер, также следующий литературный вечер будет проходить на следующей неделе, потом будем уже в достаточно большом зале в бывшем кинотеатре «Металлург» проводить такие вечера. Также мы хотим продвигаться и в Витовский район, и в остальные районы нашего города. То есть, в общем-то, такие районы маленькие, им достаточно тяжело продвигаться, пробираться к нам в город, чтобы приходить, тем более наши вечера проходят по вечерам, это 5-6 часов вечера, а потом уезжать, это достаточно тяжело. И вот мы собираемся их молодежь тоже обучить. Да, так? Развивать, потому что действительно им это нужно, оккультизировать эти районы действительно нужно. Так дякую. Что? Я думаю, що в нас в Миколаївській області буде з'являтися ще більше літературних клубів завдяки нашому гістю сьогоднішньої програми Олександру, який нам дійсно розповів дуже багато цікавого, розказав про амбітні плани, розказав про великі досягнення, які вже були позаду. І я думаю, що в нас в найближчий час, як сказав Олександр, в найближчі 3 роки, я сподіваюся, у нього вийде і Миколаїв разом з нашими культурними діячами нашого міста дійсно може стати культурною столицею України. А я дякую вам за те, що ви були з нами. До побачення та до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв. З вами була програма «Це вас хвилює» та її ведуча Анна Ганжул.